За последние дни это выступление выпускницы областного медколледжа увидели многие пользователи соцсетей и читатели интернет-СМИ. Девушка раскритиковала учреждение, в котором 4 года училась на лаборанта. После публикации кадров в сети региональный Минобр начал проверку. С таким поручением выступил глава области Максим Егоров. Он также лично решил посетить корпуса медколледжа в Тамбове. Я предъявлял претензии к доске. Она говорит, нет, нам такой доски меня устраивает. Как там, Анастасия? Да. А студент устраивает? Тоже устраивает. Да? Или это потом... Хорошо видно. Или мы что-нибудь потом прочитаем? Глава региона оценил состояние помещений колледжа и материально-техническое оснащение лично. Также Максим Егоров предложил провести встречу с преподавательским составом. Отработать с каждым преподавателем, кто работал с данной студенткой. Хорошо. Просто каждый, ну, психолог должен отработать и потом мне дать психологический портрет и как отношение к данной девушке. Дело не в конкретном человеке, дело в самом факте. Там обиды, не обиды. Знаете, если что-то дети, это значит, мы с вами где-то что-то не доработали. Я вам как сын учителя, который отдал в школе всю свою жизнь, могу сказать. Провести проверку параллельно с Министерством образования. По поручению главы региона должен и областной Минздрав. Представители ведомства должны дать оценку преподавателям-практикам, которые не работают в колледже на постоянной основе, но также занимаются обучением студентов. Провести эту работу также стоит совместно с психологами. По результатам проверок могут быть приняты довольно жесткие решения. Мы проговорим со всеми членами комиссии, которые принимали и ставили, выставляли те или иные оценки. И после этого сделаем соответствующие организационные, возможные кадровые решения. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Александр Кобзарев, область новостей.